За ребятушку. Все, первое место заняли. Отлично, мы получим деньги. Сколько? 109. 109 монет? А, смотри, превосходно. Какое место-то? Первое место, ребята, мы получили первое место. Это просто шикарно. Это просто классно. Да, Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Дуда Плей. И мы продолжаем играть в игру Climb Racing. Так, ну что ж. Hill Climb Racing называется. Hill Climb. Так, ну что ж, мы играем за чувачка на такой машинке. И мы должны приехать первыми, ребята. Это самая первая игра сегодня. Мы только-только начали играть в Climb Racing. Так что, ребята. Так, ё-моё, тут еще обучалка, смотри, идет. Так, а в смысле водитель разбился? Ё-моё. Давайте еще раз. Так, поехали. Так, ускоряемся. Ой, хорошо, поехали. Все, едем первыми. Так, собираем эти монетки. Так, что у нас тут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай, поворачивайся аккуратненько. Так, вот берем бензинчик. Так, тихо. Езда на заднем колесе. Хорошо. Давай. Нам нужно собрать как можно больше монеток. Ё-моё, смотри, какое замедление. Это обучалка. Нас обучают езде. Так, здесь мы проехали хорошо. Да, заняли первое место. И что-то у нас разбился, убежал. Ладно. Так, далее. А, класс. Так. Ё-моё, реклама пошла. Так, давайте сделаем улучшение. У нас есть 1000 монет. Я предлагаю купить мотор повысить. Отлично. И едем дальше. Так, у нас здесь соперников нету. Я один еду, да? Хорошо. Так, езда на заднем колесе дают нам немножечко потом бонусов монет. Ой, хорошо, смотри. Что это такое? Почему? Разбился. Мы разбились, ребята. Ё-моё, давайте еще раз. Поехали. Так, 500 монет у нас. Ничего купить нельзя. Так, у нас появляется еще... Это как я ехал. Давайте проверим, посмотрим. Так, ладно. Не будем сильно спешить. Будем аккуратненько ехать. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, здесь прыжочек. Вот здесь, да, я начал переворачиваться, слушай. Тихо. Аккуратно. Да чего тебя колбасит, слушай, а? Давай, едь нормально. Так, здесь мы сейчас проехали. Нормально, хорошо. Денежки заработали. Так, сколько... Ой-ой-ой-ой. Нет, не пере... разбился, ё-моё. Да как так? Ладно. 79 монеток мы собрали. 1600. Хорошо. Давай купим, скорее всего, лучше вот такую штуку. Дает лучшую передачу мощности. Сцепление. Улучшение сцепления с дорогой и передача мощности. Вот этого давай повысим. Хорошо. Все. И отправляемся дальше. Сейчас лучше будет сцепление с дорогой. Поэтому, ребятушки, будем нормально ехать. О, да, сцепление лучше стало. Не намного, конечно, но получше, чем было. Хотя нет. Такое же. Такое скотское сцепление, не очень хорошее. Ладненько, мы едем аккуратненько. Не будем никуда спешить. Так, уже 1000 монеток. О, монетки хорошо собираются. 1030. Хотя мало тоже все равно. Так, здесь в этом месте я разбился. И опять я разбиваюсь на этом же месте. Скажите мне, пожалуйста. Как так? Так, сколько здесь? Ой-ой-ой, нифига цены какие. Офигеть. Ага. Застава Небесная Скала. Так, ладно, тут у нас не особо много карт, я смотрю. Ну так, так себе. Я надеюсь... Мы еще это все поиграем. Неплохо будет. Давайте, но у нас сельская местность, мы не можем пройти. Ну давай купим вот эту штуку повысить. Так, все, поехали. Посмотрим. Мы не можем проехать всего лишь совсем немножко. Ладненько, будем аккуратненько. Я думаю, сейчас мы уже точно проедем с вами. Так, монетки собираем. Все дело в том, что я спешу. Надо аккуратненько ехать. Не спешить никуда. Не надо. Тише едешь, дальше будешь, ребятушки. Вот это вот самая настоящая поговорка как раз про эту нашу игру с вами. Вот так, а ну-ка, где я там разбиваюсь? На каком месте? Так, вот здесь, в этом месте я разбиваюсь.
Ну а сейчас мы легко, в принципе, проехали. Достаточно. Ой, куча монеток сколько. Ох, нифига, 1000 бонусов. Ладно. Я даже, знаешь, как сделаю, поступим. Мы, наверное... А, это интересно, бесконечно, да, гонка будет? Да, в натуре это бесконечная. Бесконечная гонка. А, конечно, кто играл Химклинкли Рейсинг в первую часть? Проблема заключается в том, что ты трассу пройти не можешь, потому что у тебя заканчивается мощность автомобильчика. Да. И не можешь проехать. Опа, тихо-тихо-тихо. Нет-нет-нет, вот, хорошо. Чуть не разбились. Так, бензин заканчивается, ребята. Все, бензин взяли. 1500 у нас есть. Так, а сюда подняться в горку мы можем и не сможем. Да, и разбиваемся. Ё-моё. Ёк-макарёк. Хорошо. Так, ладненько, давай еще раз попробуем. 1500 у нас. А, у нас даже 1500 нет, представляешь? Очень мало денег. Ну, ничего страшного. Так, продолжаем движение. Ой-ой-ой-ой, нет, нет, разбились опять, ё-моё. Ну, хоть монетку собрали, не знаю. Собираются сейчас монетки или нет? А давайте, ребята, поиграем в заставу «Небесная скала. Путешествие». Путешествуйте в космосе, говорят нам. Ну, давай попробуем. Что у нас здесь? А, у нас здесь гравитация отсутствует. Хорошо. Ох-ох-ох-ох, тихо-тихо-тихо. Главное не перевернуться, ребятушки. Нифига себе. Ой-ой-ой-ой, нет, головой ударился. Ё-моё, всё. Не знаю я. Так, давайте еще раз сыгранём. Ага. Сможем мы еще раз сыграть? Так, ну давай попробуем. Да. Разрешают нам играть. Ну, скорее всего, я что-то трачу. Какие-то штуки. Так, у нас здесь есть, смотри, сундучок, который мы можем будем открыть его. Так, давай. Тихо, ну почему ты разбиваешься на ровном месте? Алло. Ладно. В сельской местности поиграем. Так, 2500 у нас есть. Так, я не вижу, где я. А, вон, я, где у меня золотым написано. Хорошо. Едем тогда. Ой-ой-ой, почему? Почему ты разбился? Почему ты разбился? Угу. Так, давай этот, кубки. Поехали. Поиграем в кубки. Во. Есть, хороший, идеальный старт у нас. Смотри, у чуваков какие автомобильчики прикольные. Так, аккуратненько. Так, тут главное все это делать аккуратно, не спешить. Так, собирать монетки. Вот сколько монеток. Так, а я не вижу, где монеты у нас собираются, ребятушки. В каком месте? Так, первое место мы заняли, первая позиция, хорошо. Так, это что такое, 35 тысяч? А сколько? 100 монет? Да, это не сильно много. 100 монет, ребята, что это за... дела. Это вы думаете, что это нормально? Я считаю, что это ненормально. 100 монет. Как минимум 1002 надо. Так, все, проезжаем вперед. Боб какой-то, смотри, чувак. Так, главное не спешить на поворотах. Опа, нет-нет-нет, тихо-тихо, не заваливаемся, не заваливаемся. Вот, аккуратненько, не спеша. Ой-ой-ой-ой, нет-нет-нет, ё-моё, ёк-макарёк. Ладно, 86 монеток, ну и тоже нормально. Превосходно, мне сказали, да ты что? Ну а мы с вами продолжаем. Так, 2800 у нас уже есть. Уже неплохо, 2800. 2800, нифига себе. Нам надо заработать минимум 4000, ребята, с вами. 4000 мы насобираем, и будет у нас... Мы откроем новую карту. Так, куда? Я не туда нажимаю, слушай, все. Я понял. Просто я не туда нажимаю, ребятушки. Сейчас я научусь, как правильно это все делать. Так, все. Так, ладно. Так, дрифт 60, 684, слушай.
Нет, я тебя сейчас догоню. Так, тихо. Аккуратно. Так, в смысле вторая позиция? Алло. Он меня обогнал. Ладно. Давайте продолжим. Продолжим нашу гоночку. Ух ты, подъем какой, а. Так. Хорошо, что машины не разбиваются от такого падения. О, сейчас будет. Нормально. Опа. Что там было написано? Плюс 8. Так, этот, смотри, впереди едет, а, гад. Подожди, сейчас я тебя обгоню, наверное. Это не точно. Ё-моё, сейчас первый приедет, смотри. О, нет, я первый приеду. Ох ты, первая позиция. Офигеть, я заработал кучу денег. 102 монеты. Превосходно написано. Ой, хорошо. Хорошо. Так, разблоки... Подожди. О, у вас новый кубок темной дороги. Спасибо. Так, а это что такое у нас? Открыть сейчас. А, нет. Типа дайте мне, получается, стоимость 1 алмаз. Подождите, ребята, я алмазы тратить не собираюсь на вот кубки. По крайней мере, сейчас. Так, давай, открываем. Ух ты, 1200 мы получили. Эпическую какую-то ускоритель и какую-то одежду. Одежду, да? Поехали. У нас 4000 уже есть. Старт. Так, нет, никакие детали. Так, вот они у нас, темные воды. Темные леса. Ох, нифига, смотрю этого чувака. Машинка какая. Ё-моё, да чё ты разбиваешься? Так, далее. Еще раз попробуем. Вот. Тихо. Сейчас соберем что-нибудь, денежки какие-нибудь. Так, ладно. Так, это дело надо перепрыгнуть. Ой, хорошо, ребята. На тракторе какой-то чувак едет. Типа трактора. О, все, монетки получили. Давай, может я первый. Есть, первая позиция, ребятушки. Это очень хорошо, первая позиция. Едем дальше. Вот, все, идеальный старт у нас. О, давай, еще немножко. Ой, хорошо. Куда-то я запрыгнул. Ух ты, нифига себе, какая скорость, ребятушки. Так, здесь надо аккуратнее. Ой, хорошо. Так, сюда я не допрыгнул и разбился, нафиг. Вот эта скорость была, ё-моё. Так, получил я какую-то награду с вами. И продвигаемся дальше. Так, 4500 у нас, что очень мало. Все, поехали. О, хороший старт. Нет, не хороший. Обычный. Так, монетка 6. Тут 11 монет. О, здесь еще больше монеток. Надо вообще надо кучу монет нам. Чтобы что-то мы открыли, нам нужно кучу монеток. Все, едем. Далекие края. Ребята, поставьте, пожалуйста, лайк. Я хочу 100 лайков на этом ролике. Как минимум 100 лайков. Это немного, 100 лайков. О, есть, идеальный старт. И обязательно подписывайся на канал. Давай будем дружить с тобой вместе. Я буду снимать ролики, ты будешь смотреть. Если тебе нравится эта игрушка, Hill Climb Racing, то поставь лайк, пожалуйста. Я увижу, что если лайк стоит, значит, игрушка тебе понравилась, и я буду играть в нее дальше. Тихо. Главное не перевернуться, ребятушки. Все, первое место заняли. Отлично, мы получим деньги. Сколько? 109. 109 монет? А, смотри, превосходно. Какое место-то? Первое место, ребята, мы получили первое место. Это просто шикарно. Это просто классно. Ну, а на этом будем мы заканчивать серию. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.